Всем привет, друзья! С вами Хантас. Мы продолжаем с вами выживать в игре Гримсал. В данном ролике я хотел бы с вами попробовать скрафтить это непосредственно стойло и повозку. Вот я не совсем понимаю, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете, почему данные предметы, также клетка с воронами, выделены другим цветом, святилище также. Нет, я все равно не понимаю. Так, я подготовил немного ресурсов, необходимых для крафта. Так. То есть для крафта стоил нам необходимо 12 досок, 6 медных слитков и 10 ремней. Давайте скрафтим и сразу по пути скрафтим повозку. То есть я заранее все подрасчитал. Ходить не будем. Итак, стоило тоже 2. 2 клетки у нас необходимы. Угу. На пол дощатый строится, а конюшня у нас куда можно? Угу. Ну, конюшню, я думаю, куда-нибудь сюда вот построю. Давайте, я сейчас определюсь с местом, поставлю и посмотрим, что будет дальше. Я подготовил площадку, то есть выбрал место, где мы будем все это строить. А повозка, то есть у нас строится непосредственно на дощатом полу, я подготовил. То есть она у нас не может не крутиться, ничто. То есть как ставится и, соответственно, так фиксируется, нельзя менять. А конюшня у нас строится на самой земле, и тоже ее нельзя крутить. Давайте возведем. То есть мы с вами подготовили шаблоны. То есть в крафте это получается шаблоны. Как я понимаю, сейчас еще необходимы другие ресурсы. То есть это у нас вот как леса. И то есть дополнять. Фу, офигеть, просто офигеть. Нам нужны подобные ресурсы. Строительство площадки. И стоило. Ну, стоило так поменьше. Кормушка для лошади. Если хотите встречать лошадь, без кормушки не обойтись. Как я понимаю, данного предмета нет в игре, как и уздечки. То есть у меня есть седло, я выбивал седло с бота, и сразу же в этой же локации, в этом же заходе я вытащил седло с ящика. То есть все это было на локации с тремя черепами. Так, давайте сразу седло закинем. Еще шаг ближе к цели. Так, что нам нужно? 5 тряпичных мешков, 10 свечей, 40 медных обломков, так, 20 цепей, пока помню, давайте возьмем. 20 цепей, 40 обломков, 10 свечей на лошадь, свечи на лошадь, а где логика вообще? Ну, все же... Так, 10. Так, давайте посмотрим. Это готово, это готово. Цепи готовы. То есть мы, получается, еще можем сделать это мешок и ремни. Не мешай. Ремней нам нужно, как я помню, 40. Так, один мешок у меня есть здесь, лежит для крафта мешков. Напомним, что там нужно. Так, вот он у нас. Ага, веревки я уже взял и... Трава. Еще 4 нужно сделать. Раз, два, три и 4. Так, остатки выложим.
Так, пройти, как я понимаю, нельзя сквозь нее. Угу. Ну это хорошо, то есть я просто думал, мало ли, стену еще окружать конюшню. Может быть, это только на данном этапе, потом можно будет. 3, 4, 5 и ремней сразу. Ну, в принципе, это все, что можем на данном этапе развития игры можем сделать. То есть нет, у нас уздечки и кормушки. И повозка, оглобля, колеса, ось повозки. Скрипучая или нет, повозка не поедет без осей. Ну, получается то, что в повозке только осей, только... Нет, остальное все есть. Колеса я также выбивал. У меня, если я не ошибаюсь, лежит 5. Нет, даже 7. 4. То есть я их также выбивал, локация с 3 черепами. Не из ботов, а все с ящиков было. Так, не сюда. Оглобли, ремни. Ну, я не вижу смысла все это моторно закидывать на видео. В принципе, то есть вот видите, что нужно для стойла. У нас не два предмета в игре. И для повозки, какие ресурсы необходимы. То есть вы можете закидывать так непосредственно, если вдруг лишние у вас имеется. То есть толстая ткань также, соответственно, если лишнее есть. Ну, более мы не сможем достроить, то есть ни то и не стоило, ни повозку. Потому что данных предметов нет, будем ожидать их с нетерпением. В следующих обновлениях, по крайней мере, ближайших, может быть, что-то добавят. На этом все. С вами был Хантас. Подписывайтесь на канал, поддерживайте меня лукасами. Не забывайте про колокольчик. Всем пока, ребята.